Не совсем уверенная, конечно, победа. Недооценили чуть соперника, долго вливались. Ну, забили свои моменты, много, конечно, не забили. Но будем улучшать игру, пытаться настраиваться получше. Ну и ждем дальнейших результатов, выход в плей-офф, а дальше посмотрим. Золотая лига. Пропустили несколько голов. Это всегда как первый. Привезли много. В чем ошибки? Привезли много, на своих ошибках в основном. Ну и ребята, конечно, молодцы, хорошо играли тоже.